Команды из разных университетов представляют свои проекты. Удивительные беспилотные машины. Нужно поактивнее проходить через вступление. Они не боятся импровизировать, прокладывая дорогу в будущее. Идут на риск. Не остановили. Чтобы обеспечить эффективный... Как я понял, не столкнулись. И безопасный транспорт. Дай пять. Без пробок и аварий. Красота. Робокар. С 4 марта по выходным в 22:00. Премьера. Только на «Авто-24».